Приветствую вас, друзья! В моем сегодняшнем видео я хотел бы рассказать вам о перспективной play-to-earn игре. А помимо простого обзора, еще и покажу вам, как в нее можно инвестировать уже сейчас, еще до ее официального запуска. Называется игра Boar War. Сейчас она находится на стадии разработки, но по задумке своих создателей Boar War будет представлять собой карточную пошаговую стратегию, выполненную в стиле классических компьютерных игр из 90-х, только, разумеется, с интегрированной в нее возможностью заработка криптовалюты. Основными героями игры Boar War, как следует из ее названия, будут кабаны. Всего в игре будет иметься 8000 NFT карточек с 2D изображением стилизованных кабанов. Игроки смогут использовать их в сражениях против других игроков. Они будут проходить в стандартной для жанра ККИ манере. Игроки должны будут формировать свои колоды карт и в момент битвы грамотно распределять их на поле, чтобы одолеть все карты противника. Помимо этого, в игре Boar War будет и возможность захватывать и развивать земли, исследовать мир, разводить кабанов и торговать NFT на маркетплейсе. Также помимо основных героев, кабанов, будут иметься и различные дополнительные персонажи, которые не будут являться NFT. Сейчас игра находится на ранней стадии разработки, но команда уже довольно подробно расписала свои планы. В данный момент у них проходит стадия предварительной продажи NFT. В мае будет запущена вторая коллекция, который будет содержать NFT с боевыми кабанихами, которых помимо сражений можно будет использовать также и для разведения. Эта функция появится до основного запуска Boar War, примерно в июле. Затем в августе пройдет airdrop и публичная продажа NFT земель. В сентябре будет запущен заменяемый RC20 токен Truffle, а уже в октябре появится первая бета-версия игры Boar War. Теперь что касается внутренней токеномики Boar War и возможности для заработка, которые предоставляет игра. Токеном управления и инвестирования в игре будет Truffle. Он будет отчеканен на блокчейне Ethereum, как и все другие игровые активы. Стоит однако отметить, что во избежание высоких комиссий на внутриигровые транзакции планируется интеграция игры с L2 системами, такими как Immutable X или Polygon. Зарабатывать в игре криптовалюту можно будет за победу над другими игроками, выполнение квестов, продажу NFT и так далее. Максимальная эмиссия Truffle ограничена суммой в 300 миллионов штук. При этом чеканиться токены будут постепенно в течение 5 лет, распределяясь согласно заранее разработанной схеме. 8% на экосистему, 33% для управления проектом и стейкинг, 25% на play to earn вознаграждение, 18% пойдут в фонд развития игры, а 16% будут проданы на распродажах. Однако сейл токенов пройдет не раньше сентября, так что в данный момент нас токены Truffle особо не интересуют. А вот NFT из игры Boar War доступны для покупки уже сейчас, поэтому на них остановимся поподробнее. С 21 числа стартовала предварительная продажа по цене в 0,03 ATH для пользователей из белого списка, которые смогут купить не более 1000 токенов. Во вторник, 26 апреля, будет Public Sale, где будут проданы остальные 7000 NFT по цене в 0,04 ATH. А доступ к покупке будет у всех желающих. Причем 5% от всей прибыли в ходе продаж NFT команда обещает потратить на благотворительность для спасения диких животных. Я сам прикупил себе один NFT. Просто перешел на сайт Boar War в раздел с минтингом, выбрал количество токенов, нажал кнопку Mint, подключился к сайту через MetaMask и оплатил 0,03 ATH, ну и плюс комиссию за газ. Поскольку все работает на эфире, то пришлось подождать несколько минут, чтобы увидеть на OpenSea, какая именно карточка мне выпала. Если вы тоже захотите принять участие в сейле, то учитывайте, что тут есть несколько выгодных стратегий покупки.
Я просто купил один NFT, чтобы потом перепродать его подороже. Но вы, например, можете купить сразу 7 NFT. Это минимальное количество карт в колоде, с которыми потом можно будет начать игру. Дополнительно игрок, купивший 7 карточек, гарантированно получает 2 кабанихи в подарок, а также имеет 95% шанс заминтить кабана элитного класса, который в свою очередь даст право получить бесплатный участок метаземли в августе. Или же, например, можно купить одного NFT кабана сейчас, а в мае докупить одну NFT кабаниху, чтобы потом заработать на их разведении. Также пользователи, которые купят больше 5 NFT в ходе предварительной продажи, будут автоматически участвовать в аирдропе следующих NFT из игры Boar War, включая одну гарантированную кабаниху. Однако это, разумеется, не финансовая рекомендация и не призыв к действию. Любые инвестиции в криптовалюту или NFT сопряжены с большими рисками. Поэтому обязательно проводите собственные исследования перед совершением любых вложений. И на этом у меня, друзья, все. Удачи вам, профита. Пока-пока.